Здравствуйте, товарищ рыболов. Сегодня хочу сделать небольшой обзор на такую вот бейсболку от всемирно известной американской фирмы Berkley. Как многим из нас известно, что приходится ловить рыбу в разных условиях, будь то холод, ветер, а также палящее знойное солнце. Данную бейсболку я бы рекомендовал именно как раз таки для летнего периода, когда, собственно говоря, беспощадно, так сказать, солнце все выжигает, без головного убора ловить рыбу вообще не то чтобы не рекомендуется, а я бы сказал, даже нельзя, поскольку можно заработать солнечный удар, точнее получить. И вот себе я приобрел по вполне адекватной цене вот такую бейсболку, то есть с логотипом Berkley. Стоит она, по-моему, если не ошибаюсь, чуть больше, чем 500 рублей. Данная бейсболка выполнена таком вот в красно-черных тонах. В принципе, фирменных тонах фирмы Berkley. Материал, из которого она изготовлена, это 100% хлопок. Материал, так сказать, простой. Хорошо стирается. Данной бейсболке у меня уже 3 года. То есть, каких-либо проблем и дискомфорта в ее использовании фактически не было. Регулировка по размеру головы осуществляется вот такой вот текстильной застежкой. Очень, на мой взгляд, дизайн, в принципе, простой, не броский, но в то же время стильный. Швы хорошо прошиты, то есть никакие нитки изначально не торчали, ничего я с ней не делал. То есть все хорошо прошито, заделано. То есть никакой шов не порвался за длительное время ее использования. Еще хочется отметить то, что данный материал хорошо простирывается. Так или иначе, вещи имеют свойство пачкаться, их приходится стирать. Данная бейсболка побывала, так сказать, в стиральной машине несколько раз, и, в принципе, с ней ничего не случилось. То есть, вот, на солнце немножко подвыгорело, но это, в принципе, не критично. Так что, данную бейсболку могу смело рекомендовать к приобретению. Стоит она вполне гуманных денег. Если вам необходим головной убор, вот стоит обратить внимание на данную бейсболку. Козырек прочный, то есть возил ее в сумке с вещами, где он, в принципе, подвергался некой нагрузке, деформации, так что с ним ничего, собственно говоря, не произошло. Бывают бейсболки, у которых козырек почему-то ломается. Были у меня такие, но это, слава богу, не тот случай. Так что бейсболочка, да, вполне достойная. По сравнению с другими стоит недорого, так что можно смело приобретать. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.